Получай, сволочь! Гад!
Что расскажешь? Ну, рассказывай давай. Ну, что расскажешь? Чего стоит? Ты с кейсом не тяни. Привет, брат! Что могу предложить? Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Что-то починить требуется. Вот ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спас, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, кейс. Я скажу. На стороне есть кейс. Открыши. Смотри-ка, раскололся. С гнильцой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Небось, заждался уже.
Ну, что расскажешь? Принес таки? Я говорю, спасибо, наемник, что кейс с хабаром мне вернул. Теперь-то я должок перед заказом. Будет еще что-то нужно, заходи. Молодца, и не дергайся! Вот так вот и стой! Все, проходи, не задерживайся! Ты тут! Гранату!
гранату! Гранату! Сука, яблочко! Кушай лимончик, падла! Ну, мужик, я уж думал, тут и подохну. Это, я даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя, стоп, знаю. Значит, я тебе на ПДА сейчас сброшу координаты одного места. Мы там с ребятами хабар хранили, пока эти подонки нас не загребли. Ребятам это уже ни к чему, земля им мягкой постелью. А я больше в зону ни ногой, хватит. В Мухосранске каком, и то лучше, чем в этом аду. Не спи, замерзнешь. Бува лист. Вот и помер Вова лист. На перилах он повис. Расстреляли его в лоб, и не спас его окоп. Он охуенный был солдат, чтоб уцеловал его.
разнесет. А в афганскую войну расхуячил он дивизию одну, когда талибы наступали. Тут же мертвыми все стали. Но Мэтт, он парень хоть куда. Он бился свистом 2 часа после боя прям банал. Мэдисон его ебал. На камни быстро лезь. Едет поезд из ЧАЭС, груза 200, полный перевес. Среди них есть Вова Вист. Вова Вист. Вперед, вали! Фу, сволочи! Отстаньте от меня! Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю, а тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкер, отпилищи свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине да... Привет, брат! Слушаю тебя!